Амирзагит Гарипович родился в деревне Саузбаш Краснокамского района, воспитывался в многодетной семье. Детство его выпало на тяжелые военные годы. Когда началась Великая Отечественная, он учился в первом классе. В 1944-м, сразу после школы, начал работать в колхозе. Пахали, барановали на боках, семена возили. Тогда ведь все семена в осень увезли, потом весной с Янаула возили семена. О, когда у кого караван нет, то почти семьи умерли уже на голод. Война закончилась, и в 1950 году Амирзагита Гариповича призвали в армию. Вернувшись на родину, еще 8 лет проработал трактористом. Затем устроился в НГДУ «Орланнефть» водителем, откуда вышел на пенсию. Сумел создать крепкую семью. В этом году чета Газизовых отметит 65 лет со дня свадьбы. Секретом долголетия они считают активный образ жизни. Вместе занимаются скандинавской ходьбой. Ходим, ага. Я говорю, 12 километров в день. Я говорю, по 10, по 8, по 6 километров. До полчаса 2 километра хожу, потом отдыхаю, опять, когда работы нету. С 90-летним юбилеем уважаемого жителя села Николоберезовка пришли поздравить представители администрации. Амирзагиту Гариповичу вручили цветы, открытку, подписанную президентом страны, и подарок от главы района. По улице он у нас старший по улице, он всегда вот поддерживает здесь порядок. Мы всегда к нему обращаемся, как говорится, с просьбой, он нам дает советы, любые мероприятия он активно участвует. Мы им выражаем огромную благодарность, то, что они являются образцовой семьей нашего населенного пункта. Мы ставим их пример и думаем, все-таки население будет брать с них пример. К поздравлениям присоединилась и вся семья юбиляра, трое детей, 5 внуков и 2 правнука. Свой 90-й день рождения Амирзагит Газизов встречает в кругу самых близких и родных. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».